по версии следствия, в течение 2011-2012 года им выдвигались необоснованные требования о составлении административных протоколов о задержании транспортных средств. Данные транспортных средств в отсутствии законных на то оснований. Данные протоколы служили основанием для выделения субсидий из бюджета Тверской области. В результате бюджету Тверской области причинен значительный ущерб. Задерживались машины и направлялись на штрафстоянки. Для того, чтобы содержать и обслуживать штрафстоянку, необходимы средства. Эти средства выделялись из бюджета Тверской области. Сумма ущерба устанавливается. А меры пресечения? Меры пресечения в отношении руководителя, начальника ГИБДД не применялись. Это вопросы тактики следствия, на данный момент не применялись.